В зале заседания районной администрации состоялось еженедельное планерное совещание. В его работе приняли участие председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, заместители главы района, главы сельских поселений, руководители управлений и ведомств. В ходе совещания были рассмотрены текущие вопросы и намечены планы на неделю. Одним из основных вопросов повестки дня стала организация летнего оздоровительного отдыха детей на базе образовательных учреждений. В соответствии с постановлением главы муниципального образования Кашкаровский район об организации отдыха и оздоровления занятости детей и подростков в муниципальном образовании Кашкаровский район в летний период на базе 11 общеобразовательных учреждений в 2022 году будут организованы летние лагеря с дневным пребыванием. В одну смену в 21 дней. Стоимость питания в сутки составляет 152 рубля 70 копеек. На отчетную дату имеется прошедшая экспертизу в Роспотребнадзоре утвержденное 21-дневное меню. За период работы в лагерях отдохнут, поправят свое здоровье 672 ребенка. Это несовершеннолетние, состоящие на различных видах учета 10. Дети из ОВЗ, дети-инвалиды, это 66 детей из 80, но дети, которые способны будут посещать летние оздоровительные лагеря. Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей в количестве 80, дети из малоимущих, это 422 ребенка, и из многодетных 250. Комплектование лагерей детьми на сегодня завершено. 602 ребенка получат двухразовое питание за счет средств бюджета республики на сумму 1 931 300, а 70 за счет районного бюджета на сумму 224 469 рублей. Актуальным на сегодняшний день остается вопрос дегазификации домовладений. Заур Хамирзов рекомендовал усилить разъяснительную работу с населением в данном вопросе. В завершении планерки глава районной администрации подвел итоги работы совещания, поставил перед его участниками конкретные задачи, обозначил сроки их выполнения и пожелал всем успешной рабочей недели.